Следующий вопрос. Шумеры. Шумерская цивилизация. Кто это? Зачем они приходили на Землю и куда они исчезли? Это боги, которые дали много информации человечеству. Они приходили на определенное время, воплощались на Земле для того, чтобы дать развитие, толчок к развитию общества, цивилизации. Их задача была, чтобы направить, дать направление данному обществу в дальнейшем его развитии. Работали как катализатор процесса на Земле. То есть это реально существующая, да, цивилизация? Да, она существовала. Недолго, но существовала. Образ белых медведей больших. Почему? Да. Белые медведи. Это белые большие люди. Это белые, высокие, очень красивые боги в белых одеяниях. Обладали высокими энергиями и высокими техническими возможностями, да? Возможностями, да. То есть они пришли, дали толчок человеческому развитию, да, цивилизации, да. Дали да. информацию, дали технологии и ушли. То есть они приходили на короткий период времени, да? Они делали свою работу, да. Они были посланы свыше. Здорово. То есть информация, которая гуляет в интернете, она верна, да? То есть как описывают шумерскую цивилизацию. Да, была такая цивилизация. Была такая цивилизация. Хорошо.